Шаббат шалом, дорогая община, давайте встанем, помолимся. Баруха та Адонай Элогейну Мелеха Олам, Ашер Бахарбану Миколя Амин Венетан Лану Турато, Баруха та Адонай Нотенга Тора. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амен. Нынешняя недельная глава называется «Итро», и в ней как раз-таки рассказывается о том, как Бог даровал свою Тору своему народу и для чего Он это сделал. Ну, краткое содержание этой главы у нас следующее. Значит, Итро, тесть Моше, приходит к Моше. Значит, совет Итро, создание судебной системы. Дальше идет подготовка к дарованию Торы, непосредственно 10 заповедей и трепет народа при получении откровений. Это в общем содержание. Значит, на что я хотел бы обратить наше внимание сегодня? Значит, Исход, 18 глава, с 1 стиха. «И услышал Итро, жрец Медианский, тесть Моше, обо всем, что сделал Бог для Моше и для Израиля, народа своего, что вывел Господь Израиля из Египта. И взял Итро, тесть Моше, Цепору, жену Моше, после отослания ее, и двух сыновей ее, из которых имя одному Гершом, потому что сказал, пришельцем стал я в земле чужой». А имя другому – Элиезер, ибо Бог отца моего мне в помощь, и избавил меня от меча Паро. И пришел Итро, тесть Моше, и сыновья его, и жена его к Моше в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей. И дал знать Моше, я, тесть твой Итро, иду к тебе, и жена твоя, и оба сына ее с нею. И вышел Моше навстречу тестью, и поклонился, и целовал его, и спросили друг друга о благополучии, и вошли в шатер». И рассказал Моше тестю своему обо всем, что сделал Господь Паро и египтянам из-за Израиля, обо всех трудностях, которые встретились им на пути, а Господь избавлял их. И радовался Итро всякому благу, что сделал Господь для Израиля, которого избавил от руки египтян. И сказал Итро, «Благословен Господь, который избавил вас от руки египтян и от руки Паро, который избавил народ из-под власти египтян». Теперь познал я, что Господь выше всех богов в том самом, что они злоумышляли против них. Вот эта вот последняя фраза особенно интересна. Значит, теперь познал я, что Господь выше всех богов в том самом, что они злоумышляли против них. Интересный момент. Обычно Бог познается или проявляется какой-то силой. То есть вот Бога признают, когда Он являет силу. Да? Наш Господь тоже явил силу свою в Египте над египтянами, над фараоном. И интересный вывод делает Итро, что Господь проявил себя не только тем, что Он явил силу, но тем, что Он явил эту силу для выявления справедливости. Потому что вот фраза «Теперь познал я, что Господь выше всех богов в том самом», то есть вот именно в том Бог действительно выше всех других богов, вот что они замышляли против них. То есть у египтян были злые замыслы. Значит, если помните, начало Холокоста в Египте, скажем так, началось с того, что еврейских мальчиков топили в Ниле. В конечном итоге египетские первенцы были уничтожены, погибли сверхъестественно, и никто не мог этому противостоять. А сама египетская армия погибла также в воде. Значит, то есть Бог воздал, так сказать, мерой за меру. Он проявил ту справедливость, воплощением которой Он сам и является. То есть Бог, Он не просто явление силы, Он являет справедливость. Также интересно в этой недельной главе то, что
Ну, суд. Интересно раскрывается тема суда. Если помните, кто читал, значит, Моше собирал народ, точнее, народ сам приходил к нему. Вот просто интересно, так это все изложено, что вот, Моше и Тро встретились, там, отпраздновали встречу с жертвоприношением, все очень хорошо прошло. Значит, на следующий день Моше вышел, воссел, и к нему начал собираться народ. Очень много народу, чтобы решать свои вопросы. И когда Итро посмотрел на это, говорит, а что ты вообще делаешь? Он говорит, ну, народ приходит вопрошать Бога. Интересная постановка вопроса. Ну, вот если у вас, к примеру, возникает какая-то ситуация, с которой вы не можете разобраться, и вы идете там, к кому-то из служителей. Вопрос, чего вы пытаетесь у них узнать? Для чего вы идете к служителям? Вот народ шел к Моше для того, чтобы вопросить Бога. А мы очень часто идем к человеку для того, чтобы узнать, что человек думает по этому поводу. Насколько это вообще эффективно. Вот интересная история, потому что здесь, в этой главе, она выглядит несколько иначе, чем она разворачивается в перспективе. Смотрите, что произошло. Значит, народ приходил к Моше вопрошать Бога. И когда Моше разбирал, там тоже интересная постановка. Значит, вот я сейчас прочитаю. Сказал тесть Моше ему, нехорошо то, что ты делаешь. Истощишься окончательно и ты, и народ сей, который с тобою. Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Не сможешь один совершать его. В принципе, Итро справедливо говорит. Теперь послушайся голоса моего. Я посоветую тебе, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй ты дела Богу, и объясняй им уставы и наставления, и указывай им путь». Так, секундочку, я один момент упустил. Вот и сказал Моше тестю своему, ведь приходит ко мне народ вопрошать Бога. Когда бывает у них дело, доходит оно до меня. И я сужу между одним человеком и другим, и объявляю уставы и Божьи наставления его. Вот тут вот интересный момент. Когда люди приходили к Моше и вопрошали Бога, они получали не мнение Моше по этому поводу, не решение, кто прав, кто не прав. Моше представлял это дело Богу, а Господь по этому делу давал определенные законы и постановления, то есть уставы и решения, которые, в принципе, в дальнейшем можно было бы применить в других подобных ситуациях. То есть давались принципы, не давались конкретные вот решения, а давались принципы, и получается, что Моше действительно выполнял функцию человека, который создавал условия для встречи нуждающихся с Богом. Понимаете? И Тро говорит, что ну, вот это тяжелая схема такая, ты измотаешься, народ измотается, в принципе, прав. И он ему советует взять, выбрать людей, доверенных, богобоязненных, проверенных, значит, и поставить, чтобы они решали маловажные вопросы, а Моше решал бы серьезные вопросы. Так оно на самом деле и произошло. Но вопрос, насколько это действительно оказалось эффективным. Когда-то я читал очень интересную такую статью у Клайва Льюиса, называется «Организация или организм?». Вот церковь или община, народ Божий в Писании называется телом Мессии. Тело – это организм или организация? Это организм. Но в организме все очень жестко, четко структурировано, и одно без другого никак не обходится. Присутствуют элементы организации. И вот со стороны, глядя на церковь, можно сказать, что это организация, потому что существует определенная иерархия. С другой стороны, вот смотрите, то, что сделал Моше по совету Итро, он, в принципе, создал определенную систему управления народом, да? И решение каких-то важных вопросов. Но в конечном итоге, там вот если вы почитаете немножечко дальше, пришел момент, когда Моше все равно возопил Господу и говорит, что я что ли родил этот народ, чтобы мне вот его нести. И Господь говорит, выбери 70, вот пусть они придут к шатру, и я возьму от духа, что на тебе, и переложу на них.
То есть, по большому счету, смотрите, когда Моше сам это сделал по совету Итро, это было хорошее дело, но успеха оно не имело, потому что Моше по совету Итро создал организацию. Понимаете, о чем идет речь? Но когда Господь призвал 70, и они пришли, и Он взял от Духа, который пребывал на Моше, и переложил на них, Он вложил в них самого себя для того, чтобы они осуществляли Его волю. И это уже были люди, движимые Духом Божьим, исполняющим Его волю. И это уже больше похоже на тело. Понимаете, о чем я говорю? Значит, то есть обратите внимание на такой момент. Можно создать действительно идеальную организацию, прописать все правила, все порядки, все регламенты, инструкции, все-все-все. Но в любом случае, рано или поздно возникнет ситуация, где система даст сбой. Но совсем совершенно по-другому, когда мы являемся частью организма, частью тела, где всем управляет Господь, который не просто предугадывает, он действительно знает все наперед. Он знает каждого из нас, он знает, в чем каждый из нас имеет нужду. И он предусмотрел восполнение всех этих нужд и решение всех этих вопросов. Вопрос, каким образом он это делает? Безусловно, каждый из нас может приходить к Богу лично. Но поскольку мы предстоим пред Ним как народ, то Он и управляет этим народом через людей. Есть люди, которых Бог поставляет. И Новый Завет, апостол Павел в Новом Завете говорит, что Бог поставил одних апостолами, там, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. То есть Бог предусмотрел все необходимое для того, чтобы действительно это тело управлялось по Его воле. И мы должны понимать, что когда мы приходим к служителю, если мы ищем его совета, то мы церковь рассматриваем как организацию. Если мы приходим к служителю для того, чтобы вместе с ним познать волю Божью в отношении этого вопроса, то уже принципиально другой подход, совершенно. Значит, поэтому я вам, просто настоятельно рекомендую, если у вас прежде был иной подход к этому, пересмотреть. То есть, существует на данный момент множество движений, учений, которые утверждают, что не нужно вот эти вот управляющие структуры. Извините, организм без скелета – это не организм. Понимаете, если мы члены, то мы должны быть связаны какими-то связями. Писание говорит, что вот эти связи образуют Дух Святой. Он нас наполняет своей жизнью. И если мы верою это принимаем, то мы действительно являемся частью этого тела. Господь дал все необходимое, Он дал таинства, посредством которых мы становимся частью этого тела. Вот кто-нибудь когда-нибудь задумывался, к примеру, над таким вопросом? Вот во времена, когда Иешуа ходил по земле, можно было прийти и прикоснуться к нему. Да? И вот была женщина, которая прикоснулась и исцелилась. А мы, я долго, много лет задавал себе вопрос: «Господь, как я могу сейчас прикоснуться к Тебе?» А вы знаете, что Он дал нам такую возможность во время причастия? Именно в момент причастия мы прикасаемся к Нему, и мы становимся частью Его. Он действительно все предусмотрел, чтобы мы были одним телом, одним живым организмом. И для этого действительно нужны определенные заповеди, повеления, постановления, которые мы должны исполнять. И в то же самое время мы должны быть исполнены Духом Божьим для того, чтобы иметь силы все это делать. Спасибо за внимание.